Сотрудник одного из лесозаготовительных предприятий области дал взятку тагильскому полицейскому. Подозреваемый в преступлении вел автомобиль, в прицепе которого была древесина без соответствующей документации. Чтобы не проводили проверку, он предложил правоохранителю вознаграждение в размере 30 тысяч рублей. В дальнейшем указано должностное лицо в целях сокрытия факта совершения административного правонарушения, а также непринятия мер по привлечению юридического лица к административной ответственности, предложил оперуполномоченному МВД Нижне Тагильское взятку в размере 30 тысяч рублей. На что оперуполномоченному было предложено явиться в МВД России Нижне-Тагильское позже, то есть после обеденного перерыва. В дальнейшем были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в рамках которых обвиняемый предложил повторную взятку, а также передал денежные средства. В ходе оперативно-розыскных мероприятий должностное лицо было задержано и его преступные действия пресечены. Факт взятки оперуполномоченный снял на камеру. Теперь обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы со штрафом в размере до 30-кратной суммы.